Как дамоклов меч навис над креслом главы района вопрос о строительстве карьера на юге Серпухова. Что выберут в администрации соседнего муниципалитета? Нести ответственность за экологическую катастрофу, которая затронет чуть ли не каждого жителя Южного Подмосковья, или личную выгоду? Вопрос о строительстве карьеры на южной границе Серпухова и района открыт до сих пор и волнует теперь не только городскую и районную администрацию, но и жителей двух муниципалитетов. Напомним, что из-за разработки карьеры без чистой воды может остаться половина Серпухова, не говоря уже о том, что возможно разрушение главной достопримечательности города Высоцкого монастыря. Об этом думали там, в 79 году, а я не понимаю, почему сейчас никто не думает. Ну, я же уже сказал, что может произойти глобальная катастрофа. Тогда, в 79-м, Николаю Тебину запретили разрабатывать карьер на том месте, где его планируют сегодня, понимая последствия. Окская карьера управления Южное Подмосковье добычу песка вело в поселке Мирный, где это абсолютно безопасно. Но в 2009 году районная администрация договор аренды не продлила с пометкой «нецелесообразно». Никаких объяснений и причин нецелесообразности не последовало. Из-за отсутствия договора аренды предприятие лишилось лицензии. С администрацией Серпуховского района Тебин судится уже 3 года. Мы считаем, что вот этот запрет, он напрямую направлен на уничтожение предприятия и подведение его под банкротство. Возможные последствия понимает и общественность. В интернете создали петицию против разработки карьера. За 2 дня ее подписали почти 200 человек. Жители Серпухова адресовали ее губернатору Московской области и министру экологии. Услышат ли районные власти на этот раз мнение народа или будут ждать, пока жители выйдут с транспарантами, покажет время. ОТВ Серпухов следит за развитием ситуации.